«Скажи это цветами». Так называется выставка российской художницы-дизайнера Веры Хайрутдиновой. Во Владимире она выставляется впервые. Главные герои полотен художницы – цветы. Каждый из них – определенный образ. Игра с цветом, светом и смыслом. Кстати, читать название картин нужно обязательно. Ведь в целом это послание для зрителя. Потому что Вера уверена, цветами можно выразить все, что угодно. И настроить человека на нужный лад. Ведь не каждый в бешеном ритме современной жизни обращает внимание на красоту окружающего мира. Я показываю красоту природы под другим углом, более ярко, более насыщенно. То есть, в принципе, все, что вы видите здесь на выставке, это то, что есть у нас в природе. Но я это показываю под своим ракурсом. В своей живописи я только о позитиве, только о красоте энергии. И о том, чтобы люди замечали эту красоту вокруг себя, потому что мы часто проходим мимо, а есть там на асфальте пробился какой-то там цветочек, и вот он лепесточек, вот он такой маленький. Вера Хайрутдинова – член Международной ассоциации дизайнеров, лауреат престижных профессиональных премий. Она занимается живописью, фотографией и дизайном интерьера. Родилась на Урале, а сейчас живет и работает в Москве. Художница видит свою задачу в том, чтобы сделать этот мир лучше. Ее полотна должны мотивировать зрителей на добрые мысли, поступки и уверенность в себе. Кому-то нужны в жизни яркие, энергичные и даже иногда провокационные сюжеты, а для деловых и активных – что-то более нежное, мягкое, плавное. И каждая картина, она может дополнять энергию другого человека и делать ее вот в лучшую сторону. Вот кому нужно что-то, да, то это можно. Есть, например, картина моя «Эдельвейс». Представляете, это вот такой цветочек, который растет 2,5-3,5 тысячи метров над уровнем гора, где ветра, где снег, где... И вот этот пушистый маленький цветочек, который выживает, и не просто выживает, а он красавец. Над одной картиной художница может работать от нескольких месяцев до нескольких лет. В ее арсенале сотни кистей и кисточек разного размера, а любимый материал для живописи – масло. Вера – мастер деталей, тонких линий и чувственных мотивов. Ей подвластны пейзажи и натюрморты, но ее сердце отдано цветам. Кстати, темные краски на полотнах художницы – это не черный, а совокупность оттенков. Они лишь подчеркивают яркий колорит в зависимости от художественной задачи. Я по-другому не могла показать этот цвет, не используя вот эту вот тень для того, чтобы объем показать. Но эту картину нельзя назвать мрачной, потому что она, наоборот, она такая вся яркая, с огнем, со свечением. И вот действительно о силе. Да, вот она называется «Пробуждение», действительно, чтобы проснуться, взбодриться и вот идти совершать дела. Картины и фотоработы Веры Хайрутдиновой представлены в частных коллекциях России, Швейцарии, Великобритании, Германии. На ее счету более 40 персональных выставок. На открытии экспозиции во Владимире Вера презентовала свою книгу для творческих людей. Художница рассказывает, что к ней часто обращаются за советом начинающие художники. Чтобы ответить на вопросы и поделиться опытом, она сначала написала несколько статей с рекомендациями, но этого оказалось мало. В результате удалось создать своеобразный учебник для художников с примерами и советами, как оформлять, транспортировать работы, писать резюме и даже научиться говорить о своем творчестве. Маргарита Махрова, 6 канал.